Я занимаюсь. А если мы купили вопросом, сразу на трассу и вот так можно? Зачем вы видеозапись делаете? Мы же не давали свое разрешение. Я вас не снимаю. Это... Вы снимаете наш голос. Это, а что? Вы же говорите, вы же сотрудники автосалона, правильно? Мы говорим, что балансировка вообще нету. Мы спрашиваем, где должна это сделать? А кто знает вообще тогда? Предпродажная подготовка, вы говорите, балансировка не делает, правильно? Не входит туда, правильно? Как вас зовут? Зачем вам мое имя? Ваш зовут Сергей, кажется, здесь написано. Нет, я вас не снимаю, просто ваш этот разговор записываю, чтобы потом нам... Нет, смотрите, когда мы менеджером приходим, не к вам, менеджер, вот автосалон, один, другой говорит... Вы задаете вопрос не тем людям. Нет, смотрите, смотрите, хорошо. Вы недовольны качеством товара? Да. Вот именно, да. Да? Да. А зачем вы нам этот вопрос задаете? А кому тогда? Кому обращаться надо? Сервис. Это вы можете подойти на ресепшн и узнать всю информацию. Понимаете? Нет. Вы когда покупаете... Смотрите, хлеб... когда мы... кто нам продал машину? У меня очень плохой этот русский. Был бы казахский, вообще классно был бы. Поэтому вчера выбрали менеджер на разговаривающий на казахском языке. Тяжело объясняю, ну... Вам придется дослушать. Кто нам продал, нам сказали, вам сервисный. Если у вас какой-то жалоб, нам, вам нужна сервисный, правильно? Откройте заднее окно. Да, не откройте. Все, вот сюда можете припарковать машину. Правильно, если... Нет, мы ее в цех заберем. Да, в цех. Все, оставляйте здесь. Все здесь. Правильно, вот этот менеджер говорит... который нам продал. Если у вас какой-то жалоб, вы можете сервис. Да. А сервис приходим, этот говорим, пожалуйста, что обратитесь какие... на ресепшн и дальше переговорите с ними. Хорошо? Не хотите отвечать, да? Не с вами, да? Нет. Былайын айтқанда жаңа машина алдым деп қуанбай ақ қойыңыздар, себебі мен Kia автосалонына тағы келіп тұрмын. Кезекте бұрынғы менің сітім емес, ол сітта да бар, мен оны айтқан жоқпын. Сырата машинасы. Қаз барлық минусты айтып, көрсетіп шығам. Енді қараңыздар, короче, біз машинада звук бар дейміз. 110-дан асқан кезде машина рулі діріл дейді дейміз. Сөйлескен кезде дыбыс бізбен сөйлесіп жатқан адамға дұрыс естілмейді дейміз. Үш, одан кейін ходовойды айттым, нені айттым, дірілдегенін айттым, звукты айттым. Сол тағы бір минус бар еді, оны есіме ала алмай жатым. Соларды алып келіп кірсек, ақша төлейсің дейді бізге. Енді қараңыздар, не үшін ақша төлеуіміз керек? Бізге не қашысыңды тавар сатып тұрды автосалон. Қазір неге барамыз, сервис қызметіне жазылсақ, сервис қызметі ақша төлейсіңдер дейді. Жоқ, гарантияда тұрған не качественный товар саттыңдар, бізге жөндеп беріңдер десек, жоқ, ақша төлейсің. Кеше 5-6 сағат қырылды. Енді бүгін келіп, кеше айтады, балансировка жоқ, содан дірілдеу мүмкін. Точнее, балансировка айнып кеткен деп айтты бізге. Соны 12 мыңға қойыңыздар, содан кейін ходовойын тексереміз деді. Жоқ, 12 мың қымбат. Біз шығар, далада қоямыз, тексереміз. Содан кейін, негізі бұлар балансировка кірмейді екен. Қазір сұрасам, балансировка предпродажа, балансировка тексерілмейді дейді. Мен видеоларын қоям, вообще балансировка істелінбеген. Заводта да, предпродажа да істелінбеген. Қазір, енді сервисте орыс тілінде сөйлейтін адамдар екен, қиналып кеттім түсіндіре алмай. Машинаға балансировка жоқ болды, кеше қойдырттық. Өзіміз далада шығып 5000 теңгеге, идеальный деген жерде 5000 теңгеге қойдырттық. Вообще болмаған. Видеосы бар менде, шешкендеріміз балансировка болмаған. Енді мұн жерде кеше балансировка болмады десек, предпродажа балансировка тексерілмейді дейді. Сонда заводта тексерілема десем, мен білмеймін онысын дейді. Сервис білмеймін дейді. Енді кімге хабарласамыз деп видеоны қоссақ, видеода не үшін видео қосып тұрсыз, мен согласия берген жоқпын, анау мынау. Мен сен бетің түсіріп тұрған жоқпын, сен осы Kia автосалонның ең бағана тексеретін сервис қызметіндегі адамсың десем,
жок деп аузын жумды сөйлемей койду болду. Энди кимге жолугумузду билмей жатырбыз. Автосалон былыгы уже мына жерге келди бар кой. Мынаны караңыздар, краскасы көшкен, бул жуула берип жок болуп кетет. Экинчи жерим. Менде биз айтпай койган минустары да бул. Ошол жерде тампон этилген. Мынакей. Тырнактын узундугундай. Обшивка. Алынбаган. Обшивка тесилип жатыр. Пробег 3700. Бул проблема менен биз 2000 да гана келгенбиз. Одан кийин резинкасы бар ар жагында. Резинасы бар. Балансировка болмаган. Мына резина жок вообще. Резинка. Мына резиналар кесилип кеткен. Кесилип, тесилип бирдеңелер болуп жатыр. Енді бізге айтады, біреуге барсаң мен емеспін дейді, анаған барсаң мен емеспін дейді, сонда бізге кім жауап береді? Қазір ресепшнға бар дейді. Қазір мына кісінен де сұраймыз, бұл кісі де біраз зат біледі. Себебі кеше гарантировочный заттарға бір-екі затқа жауап беремін деген. Осы жерге жауаптарыңды жазыңдар, бізге бәрібір дейді.